Обзор типа на соцсети minz.com. Таких соцсетей было уже много. Эта соцсеть, кстати, монетки этой соцсети стоят довольно... Сейчас покажу, сколько они стоят. Сейчас. Группа появилась. Прикольно. Давно сюда не заходил. Сейчас покажу вам кошелек. У меня тут, сколько у меня здесь токенов? 3 токена на 6 долларов. Мне давно не начисляют, потому что я здесь не часто сижу. Мне стало скучно копить. Вывода, по сути, здесь нет. Ну, сначала надо заработать, потом сюда вложить. Заработать. Если вам лайкают, дизлайкают, есть активность, то вам платят монеты, а потом вы эти монеты якобы можете вывести. Но здесь смотрите, что когда я пишу, хочу вывести монеты, мне пишет, сейчас опять не туда, вот, это уже мои монеты, это вот же мои токены. Баланс, транзакции, настройки, транзакции, да. Захожу сюда. Здесь якобы мне платят. Здесь якобы вот это. Но вывести отсюда деньги я не могу. Почему? Потому что, ну, я не знаю, как этой соцсети пользоваться. Я один месяц на ней посидел. Заработал немножко токенов. Потом мне перестали их начислять. Я как-то вроде контент пилю. А монеты не капают. Не знаю, какие пользуются, но эта соцсеть стоит сколько? 1 доллар 84 цента. И она давно уже существует, больше 2 лет. За это время многие крипто-соцсети перестали существовать, а это пока что есть. Чтобы вывести и заработать, тут нужно... Ну вот, например, подтвердить тут телефон надо, привязать свой кошелек. Потом якобы можно здесь заработать и вывести. Я не знаю, как это делать, поэтому я просто делаю обзор. Чтобы кто не знает, что-то знал, может у вас что-то выйдет заработать на этом сайте. Ну все, обзорчик сделал. Какой это обзор? Это просто, ну, показываю сайт. Там решайте сами, регистрироваться, не регистрироваться, тратить на это время, не тратить. Вон у меня лежат токены, не вывести. Ничего сделать, не знаю, как этим пользоваться. Ну, все. Короче, кому надо, подписывайтесь на канал, лайки, дизлайки, можно комментарии, если интересно. Подписчиков пока нет, но на них я и не надеюсь. Это так, для себя.